«Эхо Москвы» представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Классический золотой состав. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Что может быть лучше? Только Матвей Гонопольский. Который лучше. Находится... Лучше, да, может лучше. Быть только тишина, Матвей. В смысле, Юрьевич. Если он будет один, да? Если Матвей Гонопольский будет один, это было бы лучше. Я уклонюсь. Вот-вот, это же читается открыто достаточно в вашем тексте. Значит, дорогие друзья, нахожусь в городе Одессе, и это было полезно, потому что предыдущая передача, что там у них, у нас был гость из Одессы, который про Одессу рассказывал. Те, кто интересуется, могут послушать. Но, во всяком случае, сейчас мы начинаем нашу эту программу, она политическая. Будем подводить политические итоги года. Простите, политические итоги недели. Давайте начнем. Первая рубрика «События», пожалуйста. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. «События недели». События недели. Расстрел школьников в Казани. Предметно, по сути, того, что произошло, говорить очень сложно, потому что идет следствие. Подробности, так или иначе, вы знаете. Я уверен, многие видели этого молодого человека, 19-летнего, в зале суда, где он был абсолютно спокоен, равнодушен, даже отстранен, соглашался со всем, что говорил и следствие, и суд, согласился на меру пресечения в виде ареста, не отрицал свою вину. Но мне хочется в этой части сказать про тех людей, которые повели себя, знаете, как какие-то стервятники, как грифы, которые поспешили уже в первые же часы после трагедии выступить с различными законодательными инициативами. Я не хочу называть этих людей. Это председатели разных палат парламента нашего, депутаты всевозможные, сенаторы, эксперты, псевдоэксперты. Все начали упражняться в таком законотворческом остроумии, предлагая и смертную казнь вернуть, предлагая ограничить оборот оружия, еще различные меры в интернет попасть. Паспорту. Мы не слишком активно следим за нашими детьми в интернете. Давайте запретим компьютерные игры. Чуваки, блин, закройте просто рты на какое-то время. Ну, немножко, да, должен же быть такт. Вы же вот все, из ваших уст вот эта мерзость льется, да? У вас зуд постоянно, я вторую неделю подряд говорю, у вас зуд законодательный. Вы можете его как-то обуздать. Чуть-чуть себя держите в рамках, пожалуйста. Просто из уважения хотя бы к тем людям, которые потеряли близких в этой бойне страшной. Вот пусть оно отстоится, и дальше вы в своем привычном ритме, своими привычными словами будете рассказывать про то, как нам нужно все сейчас уконтрапупить, законсервировать, и чтобы у нас совсем не было никакой свободы. Действительно, интернет по паспорту, я уверен, это вполне будет наша реальность через несколько, может быть, месяцев. И нам это будут продавать под вполне таким благовидным предлогом. Ну да, вы же не хотите, чтобы было как в казанской школе расстрел. Поэтому в паспорт через сайт, прошу прощения, в интернет по паспорту или через сайт госуслуги, что примерно одно и то же. Еще, извините, тела не остыли, кровь не запеклась. Вы вот этот свой бред несете. И нет ни одного человека, который может вас вразумить, к сожалению, в этой стране. Понятно, что у вас выборы на нас. Понятно, что у вас выборы, вы суетитесь, вы хотите хайпануть. Есть отдельные депутаты, как Сергей Миронов, который как раз сказал про смертную казнь. Про «Справедливую Россию» очень много говорят, что она может вообще и не пройти этот 5% барьер. Может быть, это последняя каденция для депутатов от «Справедливой России». Поэтому нужно вот так вот хайпажорить по максимуму. Ну, предложите хотя бы какой-нибудь круглый стол провести, предложите хотя бы собраться, подумать, послушайте, что вам скажут педагоги, что вам скажут психологи на эту тему. Пообщайтесь с людьми, прежде чем вот эту вот чушь нести свою. Знаете, голосование? Нет у нас голосования. Сами высказывайтесь. У нас в YouTube трансляция, заходите к нам, лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Я бы не стал, конечно, так категорически все это оценивать, как минимум, потому что этому есть простое объяснение, не только хайпажорство, а просто в текущей ситуации, пока, как ты говоришь, кровь не, тела не остыли, легче принимаются какие-либо меры.
после 11 сентября выиграли те, кто хотел взять под контроль частную переписку, и как раз быстро принятые решения помогли спецслужбам получить к этому доступ. Выборы губернаторов отменили, если вы помните, после Беслана практически сразу, и тоже и закон о борьбе с терроризмом тогда очень сильно поправили и изменили в каком-то смысле в хорошую сторону, в каком-то смысле, возможно, с чрезмерным усердием. Так и тут. Просто люди, которые хотят принять этих или иных решений, рассчитывают, что если они впулят их сейчас, они давно уже с этими решениями сидят и носятся, в смысле носятся, а если они впулят их сейчас, то больше шансов на то, чтобы они быстро с лихвой прошли и с полной поддержкой общества. Надо просто разделять эти меры, предлагаемые сейчас меры, на эффективные и на совершенно неэффективные, на популистские. Ну, даже не, я бы не сказал, что популистские, тут уже немного не о том речь, есть просто совершенные глупости, вроде предварительной модерации сообщений в интернете. Но это просто физически даже сложно себе представить. А есть вещи, о которых, наверное, следует задуматься. Может, не сегодня, может, действительно, когда пройдет траур, но решение надо принимать. После любой катастрофы законодательная настройка необходима, если она несет какой-то положительный эффект для предотвращения подобных катастроф в будущем. То, что люди предлагают ограничивать оборот оружия, я целиком и полностью выступаю за это. Более того, я присоединюсь к хору тех немногих, которые говорят, что оружия в стране слишком много, в том числе у людей, которым оно не так уж необходимо. В стране безумно популярна спортивная охота. В Казани, насколько я знаю, она тоже очень популярна. И какой она несет смысл? Отдохнуть хорошо в выходные? Но вот у людей в сейфах лежат реальное оружие, которым можно убивать медведя. Людей, которые ездят в город на работу, там в городе могут быть, в квартирах они могут при необходимых условиях храниться. А чем тогда, извините, это отличается от простого разрешения на ношение оружия на защиту? Вот у людей, обычных людей, которые не занимаются промыслом, которым охота нужна не для промысла, а для того, чтобы съездить куда-то на выходные, у них дома может быть оружие. А почему у людей, которые выходят и боятся, что на них нападут, не может быть огнестрельного оружия? Ну, где логика в этом? Если мы решили, что оружие – это зло, и чем больше оружия, тем больше вероятностей подобных вещей, ну так давайте сокращать, наверное, количество оружия. Поэтому по поводу безопасности в школе, ну, тут она относительно хорошо сработала все-таки, потому что будь у этой школы не один охранник, а два, и не женщина, а два мускулистых мужчины с дубинками, ну, они бы точно так же оказались лежать на этом полу, убитые из этого ружья. Но когда я говорю, безопасность хорошо сработала, в том смысле, что учителя все адекватно отреагировали и заперли классы, как могли, в смысле, забаррикадировали, спрятали учеников под парты. Да, от ружья это его и не спасло, но преступнику пришлось бы искать хотя бы людей, по которым стрелять. Любые действия, которые помешали бы преступнику, они были правильными. И здесь действительно я абсолютно согласен с решением наградить этих учителей, потому что они все сделали правильно, и они в прямом смысле герои. Извините, я просто, мне есть еще что сказать, но я не хочу занимать время просто. Не, ну вообще два таких монолога, очень серьезных и очень правильных, по сути. Я бы только хотел вот что сказать. Вот здесь говорилось Нарышкиным про необходимость общественной дискуссии. А вот ее как-то вот никто и не захотел. Потому что, ну, во-первых, есть справедливая точка зрения, что парень сбрендил, и вы знаете его всякие монологи, что он бог, и что он послан, и что кто вы такие, и так далее. То, что он там говорил на суде, на предварительном слушании, вот это вот по его там ограничению. Ну да, бог, вот он возомнился. А если человек сошел с ума, то, собственно, о чем говорить? И, ну хорошо, давайте не говорить об этом человеке, потому что, наверное, он действительно сошел с ума.
Но давайте поговорим вокруг этого. Вот о том, что говорили мои уважаемые коллеги Нарышкин и Салун. Там, с какого года оружие нужно или не нужно. Вот это нарезное, не нарезное, охотничье и так далее. А, собственно, как бы вы абсолютно справедливо сказали, что из Государственной Думы прозвучали только крики такие самопиара, чтобы запомнили перед выборами, а больше никто эту тему не поднимал. И вот это меня удивило, что ее больше никто не поднимал. Вот не было такой идеи, идущей, не знаю, там от профильных комитетов и так далее. То есть вот обсудить, а у нас даже формы такой нет обсудить. У нас есть только ужесточить, а вот формы обсудить нету. Вот представим себе, там какая-то проблема, давайте ее обсудим. А как мы ее обсуждаем? Кто ее должен обсуждать? И вот тут поразительная история. Например, я, кстати, когда-то, если я не ошибаюсь, на авторском телевидении вел программу, которая называлась «Давайте обсудим», или, ну, не помню уже, это было лет 20 назад, при юном Путине. То есть, о чем, собственно, вот говорить с привлечением кого? Граждан, граждане сразу будут кричать, что нужна смертная казнь. Граждане у нас такие, вешать, и, в общем, они в какой-то степени справедливы. Потому что тонкую юстировку делают исключительно специалисты. Поэтому для меня в политическом смысле вот эта жуткая история показала, что, ну, как-то власть не доверяет обществу это обсуждать, а общество хотело бы только, ну вот скажем так, убить подобных людей. И я вам хочу сказать, что вот у нас нет вопроса к этой теме, потому что мы столкнулись с огромной проблемой, когда мы обсуждали вопросы и придумывали вопросы. А действительно, что спросить? Вы за смертную казнь? Да, 100-0. Вы за ужесточение обращения с оружием, там, повышением возраста? 100-0. Чего не спроси, граждане и даже наши эховские слушатели, они проголосуют... Да, они считают, что ужесточением мы это дело, ну, как-то, ну, не то, что ликвидируем, но давайте запрещать. И вот важная вещь происходит сейчас в обществе. Не только Государственная Дума все время настаивает на том, что надо ужесточать, но и граждане считают, что надо ужесточать. Поэтому здесь... Народ и партия едины. Действительно считается, что вот если только ужесточить, то больше такой трагедии не будет, или вероятность ее будет меньше. Другие версии не рассматриваются. Верхи не могут, низы не хотят. Вот такая вот история. А это значит, посмотрите вокруг, эта тема уже пропала. Все. Детей похоронили, учительницу похоронили, Путин сказал наградить, всех наградят. Соломин абсолютно прав, что это такой вот героизм, это реально героизм. Я не знаю, если бы на меня наставили пистолет или чего-то там, нарезное ружье, я бы, прежде чем выпрыгнуть в окно и погибнуть, я бы 28 раз намочил штаны. Ну, потому что это кошмар и ужас. Человек не создан для того, чтобы его вот так вот в упор расстреливали. Поэтому, видимо, повторение этого будет. Потому что конкретного обсуждения с привлечением специалистов нету. Вот и все. Ну, единственный момент, о чем я как раз не говорил, где требуется, мне кажется, настройка, это в... ответственности за подобного рода преступления. Почему? То есть менять на смертную казнь не менять. Почему? Просто потому, что наш закон – это максималка. За преступление подобного рода – это высшая мера, это пожизненное наказание. Менять на смертную казнь, я считаю, проявлять гуманизм по отношению к преступникам, которые во вменяемом состоянии совершают такие преступления. Поэтому наш закон максимально жесток. И выше, и усиливать здесь уже нет необходимости. А если он невменяем, то тогда это, извините, как бороться с шаровой молнией. Вот что мы будем рассуждать о том, какую ответственность назначить шаровой молнии за то, что она случилась.
вот это случилось в голове у человека, в голове у человека патология. Он взял ружье или нож и пошел убивать. Нам надо думать о том, как защищаться от шаровой молнии, а не о том, какое переназначить ей наказание. Мне кажется. Ну, скажем так, пока что наши депутаты Государственной Думы за одно заседание в трех чтениях не приняли какие-то невероятные там законы, типа введения смертной казни или чего-то такого. И слава богу. Можем идти дальше? Я еще напоследок, да, если да. позволите, пну вот этих вот законодателей. Мне просто запомнилось голосование, которое я у себя проводил в маленьком телеграм-канале, и я попросил читателей представить ситуацию, при которой они могли бы распорядиться, решить судьбу вот этого конкретного стрелка. Я спросил, вот если бы можно было одним решением сейчас приговорить его к смертной казни, вы бы согласились на это? 10% сказали да. Мы согласны, чтобы вот этого человека без следствия, без какого-то разбора, без суда, уже бы сейчас на электрический стул посадили, расстреляли бы или какую-то инъекцию. Так... Это ужасно. Это к тому, еще раз, мы с этого начали, к тому, что нельзя работать. Ну, по-хорошему нельзя. Я понимаю, что политики, по большей части, такие люди гниловатые, наверное, и с принципом у них проблемы. Но нельзя по-человечески работать с людьми, которые нагреты, которые эмоционально заряжены, которые находятся в состоянии, может быть, траура, в состоянии жесткого стресса. Вы не можете и на них насесть, на их уши насесть и протолкнуть какие-то свои мерзкие ублюдочные законы. Спасибо. Более того, я слышал комментарии, что есть реальные люди, которые прям жалеют, что его не убили в тот же день. Что, мол, теперь нужно вот суд какой-то проводить, а что нужно было его застрелить прямо там же. Но это действительно, я с тобой согласен, это именно кипение. И люди в таком состоянии, общество, оно настолько, оно само уже, знаете, в состоянии аффекта. И оно может принять очень много неверных решений, не то что неэффективных, а опасных даже. Я еще раз напоследок вам советую завтра послушать в 16 часов в радиоэфире «Эхо Москвы» и на YouTube-канале «Эхо Москвы» программу «Изнанка». Я нашел детского школьного психолога, который знает, как система оказания психологической помощи в школе работает. Вот вопрос в том числе, конечно же, по этому казанскому стрелку и по другим различным аспектам подростковой психологии я задавал, поэтому в 16 часов завтра на «Эхе Изнанка». Да, я тоже хотел, не призвать послушать какую-то конкретную передачу, а восхититься Дятлом, я не знаю, как его фамилия, но я прочитал, значит, есть такой какой-то депутат, который уже сделал высер про то, что вот этот молодой человек несчастный, ну, я говорю несчастный, потому что будущее его незавидно, что он был из, как это, штаба Навального, да? То есть вот так вот сидит человек, там его фотография, вы можете найти где-то это сообщение. Сидит человек такой, знаете, ну, какой-то депутат, что-то какого-то заксобрания или кто-то. И вот, понимаете, врет на голубом глазу. Это вот такая вот у нас действительность, потому что в суд на него за это никто не подаст. Подал бы Навальный, но Навальный сидит. А так вот сказал, нагрел воздух. Ну, умные люди над ним посмеялись, но люди, которые воспринимают, что, как моя мама говорила, она говорит, я говорю, мам, ну, они же врут по телевизору, еще в брежневские времена, там, когда я уже стал понимать. Она говорит, нет, не врут, вранье по телевизору не показывают. Говорила мне моя мама, царство небесное. Так и тут множество людей поверят и подумают, что Навальный воспитывает убийц. Вот такие вот удивительные истории, понимаете? И никто по мордасам этому чудесному человеку не залепил. Вот так вот. Давайте дальше. Давайте еще одно событие. Мы больше недели уже смотрим за тем, что наблюдаем за тем, что происходит в Израиле. И, знаете, я отдельный аспект из всей этой сложной истории и кровопролитной хочу изъять для себя. У вас, разумеется, будут другие опции. Я восхищаюсь. Я вообще не сторонник военщины, тем более не сторонник боевых действий, но я восхищаюсь тем, как работает вот эта вот система «Железный купол». Да, мы многие, мне кажется, слышали про нее раньше. Она уже
лет 10 как минимум функционирует. Поправьте меня, специалисты, если я ошибаюсь, но вот сейчас она показала себя полностью, да, она работает на всю катушку, и, конечно, я думаю, многие видели эти страшные кадры, как в ночном небе над Израилем перехватываются эти ракеты, которые запускают при поддержке, запускают движение Хамас, и я в этот момент думаю, ну, это страшные кадры, да, с одной стороны, ты можешь здесь восхититься тем, как это клево придумано, но это же вот на самом деле, это вот ну, не знаю, не человеческий гений, но это какая-то крутая разработка, которая позволяет спасать сотни жизней, тысячи жизней, потому что ракета упадет, куда она пойдет? В дом, в детский садик и так далее, и будет кровь. Но Израилю удается все это, большую часть запущенных ракет уничтожать. Но я при этом думаю, с одной стороны, о том, что круто Израиль, круто израильское руководство, военное командование, которое такую систему выстроило. Мне безумно жалко, что Израиль не самая, наверное, последняя страна, процветающая страна, она вынуждена тратить деньги на эти ракеты-перехватчики, а вы видели, наверное, читали, десятки тысяч долларов стоит одна такая ракета. И в этом смысле мне жалко Израиль, потому что Израиль тратит деньги явно не на то, обороняясь от движение, от действий движения Хамас. И мне безумно жалко палестинцев, которые находятся под колпаком у Хамаса, которые находятся под влиянием движения Хамас, которое Россия не признает террористическим. А Хамас, не получая деньги, насколько я понимаю, из разных, в том числе европейских источников, вроде как на какую-то деятельность созидательную, не хочет созидать. Хамас хочет уничтожать и подставляет еще палестинцев в этом смысле. Но это грустно, это, не знаю, что тут сказать. Ну что да. Вы молчите-то? Ну, я не готов серьезной аналитикой выступить по арабо-израильскому конфликту. Давайте дальше тогда просто пойдем. Потому что, честно, не готов просто говорить, что Израиль прекрасный и все ему мешают, а все остальные ужасные террористы, и Израиль должен их мочить. Просто правда, может быть, это и так, но я не готов высказываться. Мне кажется, что в данной ситуации самое правильное – это не указывать, кто плохой, а кто хороший, а заставить оружие замолчать. Обе стороны пеняют друг на друга, при том, что формально они друг с другом не разговаривают, и говорят, что инициатива была на их стороне, и ждут, видимо, от противоположной стороны какого-то решения. Но чем больше тянется это время, принцип цепной реакции же работает око за око, чем больше времени проходит, тем сложнее это остановить. Вот первое решение, которое должно быть принято, это остановка огня, а потом продолжение тихой, дурацкой, кропотливой, сопливой кампании по устройству мира. Вот и все. Да, ну там осталось 30 секунд, за которые я вряд ли... Не надо, да, давайте новости послушаем. И после новостей... Программа «Ганапольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Ганапольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Нарышкин, Соломин, Ганапольский. Мы продолжаем. Не знаю, стоит ли говорить на эту тему. Конечно, стоит. Ну, Матвей Юрьевич, не вы ли нам, когда мы... А давайте здесь... мы вопрос зададим и сразу... Давайте, я только хочу Матвея Юрьевича немножко простимулировать. Давайте, пожалуйста. Ну, давайте. Вы же нас любите здесь пинать, ущемлять, говорить, что это ваша, в первую очередь, передача, поэтому давайте. О, начинается, да? Не стесняйтесь, давай. Не робейте. Поскольку вы гораздо лучше разбираетесь в арабо-израильском конфликте, чем я, уверен, что вы справитесь с этой задачей. На кого вы возлагаете ответственность за эскалацию? На Израиль, ваш телефон 101-2011, на сектор Газа 101-2022. Голосование. Процесс пошел. А если вы возлагаете ответственность за эскалацию на Израиль 101-2011, если на Хамас, на сектор Газа 101-2022? Понимаете, в чем дело? Вот есть два пути в арабо-израильском конфликте. Можно искать седые корни,
и какие там, и говорить, это наш кусок земли, это не наш кусок земли. Это рождает всякие рациональные решения той или иной стороны. Начинается то израильская военщина, как ее принято называть, то, значит, и палестинские боевики. Но есть одна вещь, которая как альфа и омега стоит в этой всей истории. Когда, вы знаете, в 1948 году было принято решение о создании государства Израиль, то, по сути, было принято решение о создании двух государств. И должно было быть государство Палестина. Понимаете, оно в тех же категориях находится. Я понимаю, что палестинцы считали, что вот это все пространство, где там они живут, что вот это их, и что ООН, хорошо, ладно, ну вот случилось такое. Решили, что должно быть государство Израиль и государство Палестина. Ну, Израиль сделал свое государство, а Палестина нет. И они решили, теперь-то мы знаем, почему они это решили. И знаем, что для них самое главное воевать, к сожалению великому, по причине того, что, ну, строить свое государство – это нести ответственность, а воевать – это быть вечно героями. Но это против своего народа. А тем не менее, ну почему? Можно и так. Можно получать бесконечно помощь на борьбу с Израилем. И вот понимаете, отсутствие вменяемых политиков со стороны Палестины. Тут говорят, Израиль сделал, там они решили строить на палестинских территориях, вы палестинские земли, там кусок отобрать. И вдруг полетели ракеты. И полетели в таком массовом количестве, что стало понятно простая вещь, что совершенно не имеет значения, какая бы была причина. Ракеты готовятся. И вот вы знаете, я тут, значит, выяснил с удивлением. Тут все говорят, что Путин дает оружие. Путин не дает напрямую оружие Хамасу. Там, возможно, оно как-то через Сирию идет и так далее. 99 вот этих процентов вот этих вот ракет, которые это самопальные ракеты, которые делаются на коленке на палестинских территориях. Поэтому вот простая вещь. Обижаться друг на друга можно сколько угодно, но есть одна простая истина. Вот есть Палестина и есть Израиль. Вот можно посмотреть на одно и на другое. И там нет воды. И там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня. Поэтому делайте, но они не делают. Вот и все. Это на самом деле арабо-израильский конфликт, вот если брать, так сказать, общим каким-то, не залезая в детали, а политика такого масштаба всегда делается большими мазками. Политики, когда договариваются о создании государств, они не говорят, что ты у меня украл козу. Они не хотят делать свое государство. Не хотят и все. Поэтому пока там не появится, наверное, вменяемый лидер, который, ну, сможет преодолеть вот эту вот историю по оказанию бесконечной помощи Палестине. А посмотрите, какие идут, вон Катя, моя дочь, мне показывала, какие идут по всему миру пропалестинские выступления, манифестации, осуждение Израиля. Да ради бога, осуждайте, только не забудьте спросить, почему Палестина все никак не создаст свое государство. Вот свое, где будет собирать налоги, где будет нести ответственность, где будут выборы, а не будут вот эти вот чуваки клепать в этих подземных каких-то стрелянках ракеты на всякий случай, чтобы эти ракеты массово при любом каком-то конфликте, неважно каком, но ракеты есть, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот и все, что можно сказать про арабо-израильский конфликт, не занимая ни одну, ни другую точку зрения. И все, делайте.
14,5% считают, что Израиль виновен, ответственен в эскалации нынешней, и 85,5% считают, что ответственность Хамас. Давайте перейдем к следующей теме. Это программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Герой недели. Герой недели Михаил Полубояринов, это генеральный директор компании «Аэрофлот». Почему герой? Потому что наш крупнейший российский авиаперевозчик предложил интересную такую мотивирующую кампанию с бонусными милями, призовыми баллами, по сути, за прививку. Те, кто с 15 мая привьется, получат некие такие льготы, послабления при планировании какого-то своего путешествия. То есть часть билета тебе, по сути, будет компенсирована, и это такой бонус от Аэрофлота. Я не знаю, сколько Аэрофлот на этом потеряет, все-таки Аэрофлот государственный перевозчик, если я ничего не путаю, и, по сути-то, это все будет покрываться из бюджета, но это хорошая история. Если думать о последствиях, если думать о том, что энное количество людей это мотивирует пойти и привиться, это хорошо. У нас люди сомневаются. Люди сомневаются насчет вакцин по всему миру. Даже в Соединенных Штатах, которые уже огромное количество своего населения привили, там выходит президент Байден и говорит о том, что мы, скажем так, инициативную группу граждан, которые бежали просто прививаться, мы их уже исчерпали. Мы эту группу уже исчерпали. Нам надо работать теперь с теми, кто сомневается. Вот те, кто сомневаются, здесь разные есть варианты. Можно их палками дубасить и заставлять прививаться. Можно использовать, по сути, административный ресурс, а можно по-хорошему их упрашивать. Вы знаете, в Москве есть программа «Миллион призов», когда обещают выдавать сертификаты на продукты или на какие-то другие услуги. Вот Аэрофлот тоже пошел примерно по этому же пути и по-хорошему к людям обращается. Ну, здорово, хорошо, если есть у государства средства, если, что, наверное, даже более важно, если частный бизнес готов вкладываться в эту историю, идти на какие-то издержки ради такого общего, может быть, абстрактного блага, ну, это хорошо. Абсолютно поддержу. Мне кажется, идея стимулировать вакцинацию, она замечательная, но определенные проблемы в этом я, конечно, вижу. Потому что есть люди, которые прививаться не могут. Есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием к прививке. И подобные люди, они становятся в каком-то смысле дискриминированы, что ли, потому что, ну, их что, Бог покарал за то, что они не могут теперь получить наравне с другими эти мили? Они, может быть, сделали, захотели. То есть идея хорошая, но я не очень уверен, что она такая до конца честная. Нет, ну, я не соглашусь. Вообще, если помните, у нас не раз был с вами такой разговор, когда мы мучительно при подготовке к передаче искали героя. И находили героя где-то на Западе. Понимаете? А здесь вот реально хороший поступок. Да. Конечно, они многие вещи учли. Ну, во-первых, многие, кто привились, они не имеют Аэрофлот бонус, или как он теперь там называется. Понимаете? А прийти и сказать, вот моя прививка, сделайте мне Аэрофлот бонус и положите туда там 1000 миль, я не знаю, сработает ли это. Кроме того, ну не все летают Аэрофлотом. Ну, в общем, короче говоря, их не убудет. Аэрофлот, когда-то у меня там было много бонусов, я хочу сказать, что они все у меня сгорели, потому что, например, ты покупаешь билет со скидкой, но налог на этот билет равен стоимости билета в другой компании, понимаете? То есть компания себя не обидит, безусловно, это в финансовом смысле просчитано, но чтобы в России что-то давали... Я такого не помню. Вы что, ищете в этом подвох? Нет, подвоха нет. Значит, те 0,0000, я утрирую, конечно, сотых процента, которые одновременно, значит, вакцинируются. Кроме того, тут еще вопрос. Может быть, там же, знаете, везде есть маленькие буквы. Может быть, разговор идет только, если ты вакцинировался
спутником, например. А если ты вакцинировался AstraZeneca или Pfizer, понимаете? Мы этого не знаем, но мы говорим вот о больших мазках. Это действительно мы... Я очень рад, как Нарышкин, без всяких опасений. Опасения будут потом. Потом заберут. Но сейчас... Поэтому я очень рад. Вот видите, как мы все в одну дудочку все согласились, признали героя. А почему в одну дудочку? Ну, если хорошее дело. Хорошее дело, никто не спорит. Я больше за... Мне больше в этой идее нравится то, что это позитивный пример начала массовой кампании. Дело в том, что мы тут долгое время ходили и не понимали даже у нас государство, оно вообще за какую идею. Вроде прививаться надо, а вроде как-то первый не привит, а вроде бы уже привился, но вроде как бы и не говорит какой, а вроде бы уже и говорит, что там у него все сформировалось, а как-то вот все равно прививается у нас не очень хорошо. Ну, то есть, когда люди уже не государство, ну, работают такое еще, прости, государство, пожалуйста, конечно, подключаются к этой кампании, это очень хорошо, это правильно. И чем больше людей привьется, извините, пожалуйста, тем больше людей привьется, тем скорее люди, которые не могут привиться, почувствуют себя в безопасности. Ну, здесь же еще напоследок, знаете, Путин же, он же человек странный. Он, по всей видимости, решил вот никак не переболеть. И, насколько мне понятно, даже сейчас, когда он привился, то... Все равно те люди, которые встречаются с ним, они там, значит, по 14 дней чего-то такое сидят для того, чтобы проверить, нет ли у них ковида. Ну, это его дело. В любом случае, давайте скажем, поздравим Аэрофлот и скажем, что это хорошее начинание. Хорошо бы, чтобы и другие компании эти вещи делали. Вот и все. Можем идти дальше. Давайте, да, редиски недели. Редиск. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели. Патриарх Кирилл, первая наша редиска, за свое предложение. Он сказал, что обратился к женщинам, которые либо уже родили и не могут воспитывать ребенка, либо планируют, либо собираются родить. Ну, все, еще раз, извините. Значит, Кирилл сказал, извините, запутался. Кирилл сказал, не делайте аборт, лучше рожайте, отдавайте ребенка нам в РПЦ. Мы никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы, как мать, могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. Давайте голосование запустим, потом обсудим вместе с вами. Вопрос для телефонного голосования станут ли... Извините, это из прошлой темы. Что делать, если беременность нежелательная? Сделать аборт 101-21 или родить и отдать в РПЦ 101-20-22? Начался подсчет ваших голосов. Еще раз вопрос для телефонного голосования. Что делать, если беременность нежелательная? Первый вариант – сделать аборт 101-20-11. Второй вариант – родить или отдать в РПЦ 101-20-22. Я обещал вам сегодня быть скотынякой, что я буду не согласен с общими, казалось бы, решениями сделать того человека редиской. Я не согласен. С моей точки зрения, это заявление патриарха впервые за долгое время в отношении абортов, оно правильное, потому что впервые патриарх Кирилл показал пряник, понимаете, а не только кнут. Обычно все запретить, там, наказать, никаких абортов. Грех будет вас, черти будут терзать вас в аду и так далее. А тут он говорит, ну, девушки, ну, не делайте аборт, отдайте лучше детей нам, принесите мне лучше. Мне отдайте, прям Кириллу церковь. Сразу отдавайте. Ну, если ты воспринимаешь Кирилла как сатану, который питается детьми, может быть, тогда... Чем Кирилл отличается страшно от тех популистов, а так, про которых мы говорили в начале этого эфира? Да нет, ну, это то же самое. Это популистское, конечно, заявление, конечно, во многом, потому что решение, делать аборт или нет, оно гораздо более сложное и комплексная. Речь же не только о том, чтобы вырасти. Ребенка надо еще выносить, а потом родить, и потом только отдать. Родите его для Кирилла. То есть патриарх Кирилл вам говорит, нет, да, ну, представитель РПЦ, рожайте для меня. Если есть необходимые условия, то я за то, чтобы, конечно, людей, детей... Вот, ключевое это сказал. Какие условия? Какие условия предлагает Кирилл для тех, кто будет рожать? Где гарантия? Сейчас вот огромное количество, я уверен, девушек... Есть у нас органы специальные, которые за этим следят, с железными рукавицами, практически ежовскими. Они очень жесткие. А сейчас Кирилл
На этой неделе он сказал: вы рожаете детей, не делайте аборт, рожайте, отдавайте нам. Сколько девушек подумали: да, я рожу и отдам Кириллу. Потом она через 9 месяцев приходит, приносит к церкви ребенка, ей говорит: а вы что пришли? Ну. Она говорит: ну как же, вот в мае же Кирилл говорил, не делайте аборт, приносите нам сюда, мы воспитаем и так далее. Нет, это не к нам, никакой ничего его, не знает. Она отдаст его в детский дом. Ну супер. То есть Кирилл хочет, Кирилл стимулирует... рождаемость. Нет, Кирилл стимулирует количество сирот в детских домах. Ну, количество сирот стимулируется все-таки немножко иными процессами. Значит, вот смотри, Кирилл... если патриарх Кирилл не балабол, патриарх Кирилл должен через свои какие-то лоббистские структуры подсказать депутатам, сенаторам, как написать законопроект. Действительно, о том, чтобы женщина, которая не соглашается рожать, она не делает аборт, с ней заключался некий контракт. Моя позиция очень простая. Контракт, я вынашиваю ребенка, потом через 9 месяцев приходит поп весь ряженый и забирает этого ребенка прямо из роддома. В кювезике, например, увозит. Поп, ну, это карикатурное такое изображение. Ну, хорошо, но да. Есть люди, которые этим занимаются. Профессионально, профессионально. Есть органы, которые должны... Кто в РПЦ профессионально этим занимается? Я хочу объяснить... Не, ну подожди, Лёш, кто занимается в РПЦ этим профессионально? Еще раз, есть органы, которые должны следить за тем, куда попадают дети. А Кирилл здесь при чём? Если они попадают в детский дом, для меня... Ну, в детский дом, да, значит, детский дом, а не РПЦ. А Кирилл-то здесь при чём в этой истории? Это ты нарисовал, вот он говорит, отдавайте мне... Что значит, я нарисовал? Ты заявил Кирилла редиской. Я говорю, ну, впервые в жизни... Церковь говорит не прекратить и запретить, а давайте по-другому поступим. Значит, давайте у женщины сейчас есть варианты. Не принуждает, а предлагает. Это что он позитивный предлагает? Момент. Он говорит, отдавайте в церковь. Я тебя спрашиваю. Ну, если для тебя церковь Кирилла, это равно помойка, окей, тогда я понимаю твою позицию. Отдавайте церкви, это значит отдавайте куда? Какие сейчас есть возможности у церкви спроси по принятию сирот? Это он, его предложение, Кирилл, а не мое. Кирилл защищаешь. Я тебе объяснил, что я защищаю. Я тебе объяснил, что для меня позитивно это то, что Кирилл в данном случае не наказывает и запрещает, а предлагает. Это хорошо. Супер. В выборе делать аборт или отдать ребенка в государственную систему, я бы, мне кажется, логично, ну, просто не существует альтернативы. Лучше, конечно, отдать ребенка в государственную систему, если мать может его выходить, выносить, родить и так далее. По-другому, ну, как по-другому? Я не за то, чтобы... Ну, смотри, будет же проблема... Его же нужно будет, кто-то же его будет воспитывать. Ну, давай тогда, все, не надо, убивай. Я не могу такое сказать, для меня это дико. Это должно быть принятие решения конкретным человеком, который является носителем этого плода, по каким соображениям, по ее соображениям. Кирилл лично должен давать какие-то гарантии тем женщинам, которые не будут делать аборт и будут рожать. Смотрите, вот частично прав Нарышкин, частично прав Соломин. Соломин чем прав? Что это предложение, он же не предлагает экспроприировать детей. Не появилась же вдруг за один день утвержденная Госдумой закон о том, что кого поймали на аборте, его ведут в тюрьму 9 месяцев, он сидит в тюрьме, женщина, потом рожает, и у нее забирают ребенка. То есть, вроде бы номинально это хорошее предложение. Только тут я пока что стою на позиции Нарышкина. Потому что, а что это реально? Мы знаем примеры, особенно в католическом мире, они существуют. Ну, например, потом уже, когда ребеночек подрастает, есть католические школы, католические интернаты, католические университеты с высочайшим уровнем образования, ухода и так далее. Этим очень серьезно занимается католическая церковь. Я не знаю, есть ли это у протестантов. Есть ли это, ну, я знаю, по-моему, это Бурса называлась когда-то, или церковно-приходская школа когда-то. Я не знаю, что существует сейчас. Во всяком случае, я не видел, я просто не знаю. Я только знаю, что за предложением должна следовать конструкция. Мы предлагаем, мы создали, мы предлагаем те, кто это самое, казалось бы, Нарышкин сказал страшную вещь, контракт.
Да, контракт. Для того, чтобы потом женщина, которая выносила этого ребенка, потому что там Кирилл говорит очень важную вещь, что вы потом можете видеть этого ребенка, встречаться с ним. Это очень важный месседж. То есть у тебя не забирают ребенка. Может быть, там даже будет придуман механизм, чтобы если мать передумает... Я как раз против этого. Не-не-не. Вот нет, сейчас, подожди. Я понимаю, что ты против. Я просто говорю, за что я за. Дело не в этом. Сейчас мир изменился, и материнство, оно тоже, так сказать, полифонично. Мы знаем миллион случаев, когда люди, когда матери отказываются от детей, потом проходит 2 месяца, и они понимают, какую же жуткую ошибку они совершили. Понимаешь? Поэтому хорошее предложение. Ну, я агностик, но предложение хорошее. Но предложение, оно внутри себя содержит 2 понятия. Первое понятие – слова, и второе – дела. Поэтому я бы очень хотел, чтобы Кирилл об этом не забыл и представил общественности не просто слова «приходите», а четкую систему, разработанную его окружением, а у него там есть разумные люди, которые матери бы давали шанс вот на что – все-таки иметь своего ребенка, видеться с этим ребенком. В случае чего я бы был сторонник этого, даже потом взять этого ребенка назад. Ведь для чего это все делается? Для увеличения, ну, если это не галимый пиар, поскольку сейчас на это похоже, это делается для того, чтобы катастрофически падающее количество людей в Российской Федерации ну как-то повысить. Ну как-то. Должна в этом участвовать церковь? На мой взгляд, должна. Есть у нее для этого деньги, ум, идеи. Вот мы их видим. Значит, вперед из песни. Поэтому мы с вами, как Венедиктова передача называется, будем наблюдать. Мы сейчас посидим на бережку и посмотрим, либо это будет иметь продолжение и как-то формализовано, либо это очередной галимый пиарный ход, приносите нам ребенка. Мы тут с ним, и что вы тут с ним? Смотрите, все понимаю, в чем проблема. Альтернатива выражению «приносите мне ребенка», вот в случае, который мы обсуждаем, это не рождайте ребенка. Убейте его, пока он еще там в виде эмбриона. Не понимаю. Да мы спорим о том... А, альтернатива? Да. Нет, альтернатива сделать аборт. Да, ну, да, что? Да, да. И поэтому, вякни, Кирилл, рожайте детей, отдавайте их в детдома. Уже лучше. Он не может по-другому. Вообще не представляю себе человека, который мог бы сказать, нет, лучше делайте аборт. Нет, подожди, мне на это дело наплевать. Он сказал, вы какие-то контракты, не контракты. Человек обратился и говорит, не делайте, пожалуйста, аборты. Ну, правильно. Все хорошо, расписались, уже хорошо. Не делайте аборт, было бы странно от РПЦ, от представителя РПЦ услышать «делайте аборты, и женщина имеет право на аборт». РПЦ вообще не признают аборты. Это раз. Второе, Кирилл, человек близкий очень к Владимиру Путину. Кирилл этим заявлением хочет президенту угодить, потому что у нас есть проблемы с рождаемостью. Кирилл решил как-то посодействовать демографии. Ну хорошо, что ты за Кирилла все объяснил, залез ему в голову. Нет, подождите, но он же вторую часть фразы сказал. Он же сказал, как там точная фраза? Отдавайте в РПЦ. Отдавайте в РПЦ. Эта же фраза была сказана. Что мы делаем вид, что... И как это сразу разрушает образ Кирилла в данной ситуации? Он не разрушает. Кирилл хочет стимулировать рождаемость в России. Пожалуйста, пусть формализует и представит предложение. 74% слушателей считают, что при нежелательной беременности лучше сделать аборт, чем нести ребенка в церковь. Спасибо большое. Ну вот, пожалуйста. Вот вам и Кирилл. Будем заканчивать, да? Да. Будем заканчивать. Спасибо. Спасибо большое, Нарышкин, Соломин, Ганопольский. Спасибо, что были с нами. И до скорой встречи. Пока. Это была программа «Ганопольское». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!